Здравствуйте, «Резонанс» в эфире ОРЕН-ТВ, в студии Татьяна Ленкова. И говорим, как обычно, о том, что оказалось в зоне нашего внимания, о том, что показалось нам самым интересным, и о том, над чем можно подумать и порассуждать. Охота на глав в самом разгаре. Новые известные фигуранты уголовных дел. Проглядываем сегодня заказ, он явно его видно. Значит, вот против того, чтобы репутацию существующей власти или тех будущих кандидатов сегодня просто замарать. Они покупают дорогие автомобили, отмывают деньги на строительстве и прибирают к своим рукам чужую землю. За что руководители районов попадают в руки правосудия? Вся суть коррупции находится в том, чтобы скрыть свои вот эти преступления, в которых они участвуют. Я прав, я не виноват. Я думаю, что должны тут рассудить. Ну этот же дом одноэтажный, простой. Сейчас, наверное, простые люди все живут так. Череда уголовных дел против глав районов и городов. Торжество правосудия или заказ? А вам не кажется, что они сами себя защищают? Вот как раз тем, что их никто не трогает. На все эти вопросы постараемся найти ответ вместе с политологом Булатом Калмантаевым и доктором философских наук Мариной Солодкой. Воровство, отмывание денег, незаконное предпринимательство – это не эпизод из милицейской сводки. Это то, чем прославились руководители муниципальных образований Оренбургской области. К тому, что за главами пристально следят за последние 2 года, вроде бы уже привыкли. Но в последнее время известные районные руководители стали фигурировать в тех же сводках настолько часто, что все происходящее, иначе как охотой на глав, не назовешь. Последний скандал разразился совсем недавно. Глава Новоорского района Владимир Караулов стал фигурантом сразу 3 уголовных дел. И только вроде бы все обсудили эту новость, как всплыла другая. Уголовное дело возбудили против Владимира Гончарова, правда уже бывшего главы КУВНДК, по статье «Превышение должностных полномочий». Вот такая административная зачистка. События вокруг фигуры Владимира Караулова, главы Новоорского района, развивались весьма необычно. Подозрения в финансовой нечистоплотности возникли у простого жителя Новоорской земли, бывшего бизнесмена Владимира Клюшина. Вся суть коррупции находится в том, чтобы скрыть свои вот эти преступления, в которых они участвуют. Я экономист, я анализирую. У меня есть документы, по которым, как сказать, видно, как вот сегодняшняя власть обирает народ. Мужчина, как говорится, обратился в органы из идейных соображений. Он обеспечил для своего сына разбор дома в селе Добровольское Новоорского района. Дом был признан аварийным и непригодным для проживания. Строительные материалы от данного дома в сумме свыше 130 тысяч рублей он использовал при самовольном строительстве дома своей дочери в поселке Новоорск. Это привело в последующем к отчуждению земельного участка, занятого этим домом, находящегося в муниципальной собственности. Ущерб был причинен муниципальному образованию на сумму свыше 260 тысяч рублей. По городским меркам глава района миллионером не выглядел. По крайней мере, официально на все его имущество, автомобиль, Nissan Qashqai, да прицеп наложен арест. Сам Караулов, конечно, от воровства открещивается. Говорит, ничего чужого, а уж тем более государственного, не брал. Проглядываем сегодня заказ. Он явно его видно. Значит, вот против того, чтобы репутацию существующей власти или тех будущих кандидатов сегодня просто замарать. Замарать хочет тот, который будет выдвигаться следующим, узнаем, когда будут выборы. Заказ или не заказ, теперь выясняет следствие. Сам Караулов находится под подпиской о невыезде. А вот Владимиру Гончарову, бывшему главе КУВНДК, припомнили старые делишки. По версии следствия, Гончаров заключил несколько договоров на оказание транспортных услуг, по доставке ПГС в рамках противопаводковой кампании, на проведение ремонта нежилого помещения и контракта при конструкции пешеходных зон в КУВНДКе. Однако в результате этих действий бюджет не досчитался определенной суммы. По некоторой информации она составляет порядка 500 000 рублей. We'll be right back.
Кто-то скажет по делам, другие – показательные процессы, третьи – перешли дорогу. Кто будет прав, сложно сказать. Ясно одно – за последние несколько лет в руки правосудия попали не два и не три руководителя муниципального масштаба. Около 10 человек один за другим услышали фразу «В отношении вас возбуждено уголовное дело». Караулов как раз относился уже к долгожителям среди глав муниципальных образований. А это значит, у него были свои, отнюдь не формальные иногда, рычаги влияния на население, в том числе свое. Плюс у него были уже свои давние договоренности какие-то с хозяйствующими субъектами на его территории. А это значит, он чувствовал себя относительно независимым, относительно самостоятельным. И в условиях, когда Бергу придется, а я надеюсь, что все-таки придется, избираться в следующий раз, то он должен обеспечить себе в том числе некоторые тылы и избираемость свою вот на местах. А это значит, что иногда главы должны его попросту, ну, по крайней мере, работать в его интересах и проводить некоторую его политику. То есть, грубо говоря, слушаться. И поэтому главы, которые его слушаться не хотят в чем-то, но нужно показать, что таких глав ставят в угол. Я думаю, здесь эти все случаи, которые можно было бы назвать охотой за главами, это имеются здесь несколько составляющих. Первое. Как бы там ни было, центральная власть, лице президента, правительство делают акцент очень такой сильный на искоренении коррупции, злоупотреблений и всякого такого рода. Если же обобщенно говорить, то они работают на смену элит. Здесь как бы не надо думать, что просто следователь что-то там накопал, пошел, дело открыли без ведома, без поручения, без разрешения и так далее. То есть здесь еще нужна воля на то, чтобы в эту папочку заглянули и бумажки туда положили. Еще раз надо понимать, что вот если у вас сегодня там 33 намеченных дела, и каждое дело занимает как минимум час, а у вас всего 24 часа в сутки, даже если вы не будете спать, то вы, понятно, сами установите приоритеты. И эти приоритеты устанавливает только власть. То есть не значит, что Иванова пока не трогают и не трогают никогда. Но, может, просто не дошла очередь. В общем-то, наши исполнительные органы, судебные, правоохранительные органы начинают это дело, установка исполнять. И здесь, мне кажется, у них есть некоторые и весьма существенные перегибы. Ну вот взять тот же Кувандыкский район, Владимир Гончаров, да, злоупотребление, как считается, совершено им 4 года назад. И у меня тогда появляется вопрос, куда вы смотрели, контролеры, которым числа нет, 4 года назад. И сегодня вы предъявляете человеку за то, что он неправильно использовал некогда 4 года назад 60 тысяч рублей или там 70 тысяч рублей, даже если 100 тысяч рублей. В том, что кто-то сверху взялся за муниципальных руководителей, сегодня уже никто не сомневается. Причем процесс, как говорится, пошел еще несколько лет назад. Первая ласточка пролетела над Акбулаком в 2009-м. Следственные органы взялись за главу Анатолия Кузьмина. Превышение должностных полномочий, незаконное отчуждение земель, название этих статей с тех пор слышится все чаще. Ну, этот же дом одноэтажный, простой. Сейчас, наверное, простые люди все живут так. Главу Акбулакского района Анатолия Кузьмина человеком бедным назвать нельзя. Это по меркам его семьи. Дом, в котором они жили и, видимо, еще живут, посредственный. А вот соседи считают, есть чему позавидовать. Хором, конечно, хороший. Ну, внутри я не была. В небогатом селе такой дом мозолил глаза людям довольно давно. Но вопросы к Анатолию Кузьмину почему-то возникли только в 2009 году. Уже не в одночасье построился, правильно? И не ночью построился. А потом кричать «держи воры». По данным следствия, земельный участок площадью более 2000 квадратных метров Анатолий Кузьмин оформил на себя с нарушением законодательства. А на строительство дома пустил 1 000 000 казенных рублей.
года и около десятка руководителей муниципальных образований в руках правосудия. Это при том, что в начале 2000-х они спокойно работали, строили дома, бани, покупали хорошие машины. Но с 2009 года главы попадают под следствие один за другим. Это не считая того, что творилось в сельских поселениях. Глава Ташлинского района Владимир Сусликов, глава Оренбургского района Александр Митин, глава администрации Оренбургского района Владимир Рязанцев, глава муниципального образования города Николай Иванов, глава Новоорского района Караулов. Это, пожалуй, самые яркие фигуранты громких дел. Кого-то попросили уйти с поста самовольно, так сказать, за плохое поведение, как, например, Сергея Явкина, отличившегося пристрастием к алкоголю. А кого-то, кстати, за противозаконные действия... Дальше с Романом позвоню, вообще хуй совсем. Просто пожурили. Как, например, главу Садова в Бузулуке. И никакая должность не позволяет вести себя так, как вел себя наш коллега. Интересно, что ни за одного, так сказать, опального главу района не вступилось население. Зато сами руководители их защитники уверены, уголовные дела исключительно заказные или политические, а фигуранты – жертвы, проводимые опалы. Ваша честь, кому верить в этой жизни, а? Проглядываем сегодня заказ, он явно, его видно. Мы не согласны с приговором. Почему именно они, да, всплыли на поверхность первыми? Я не могу сказать, почему точно именно они. Ну, возможно, по их делам доказательная база просто собиралась легче, чем по другим. Потому что, когда у нас имеется некоторый материал, если не весь материал собранный, да, в юридическом смысле может являться там доказательной базой. И, может быть, попросили быстренько уже отчитаться, ну, например, прокуратуру нашу или Следственный комитет по каким-то возбужденным, закрытым и уже дошедшим до суда делах. Ну, и вот они посмотрели, вот это проще всего. Ну, как если бы вас сейчас попросили быстренько там салат приготовить, вы бы так глянули, что там под рукой уже лежит. Ну, и за это взялись. Мы видим явственные следы, которые превращаются в уголовные дела через доносы. Когда-то кому-то не понравился, кто-то что-то еще кому-то дорогу перешел, понимаете, какая штука. Народ стимулируется доносить. И вот это вот, понимаете, я никак приемлить не могу, хотя и полагаю, что вор, мошенник, коррупционер, даже человек в моральном смысле испортивший свою репутацию и находящийся на уровне муниципальной государственной власти, должен быть или осужден, если это по закону, да, или же отстранен от должности. Со своей точки зрения, я просто вижу некий интерес Берга, по крайней мере, и, как это когда-то сказали, если Бога даже нет, то его нужно бы было выдумать. То есть, перефразируя, я могу сказать, даже если Юрий Александрович вот ни к чему руку не приложил, и вообще даже его сказали, ну как, Юрий Александрович, вот этих вот, можно там тронуть, хотя я думаю, таких разговоров прямых, конечно, нет, то с его точки зрения это можно было инициировать. То есть это в его интересах, да, это не значит, что Юрий Александрович ходит в Следственный комитет и говорит, ну давайте уж вот этого посадим наконец-то. Все-таки это немножко по-другому взаимодействующие структуры, но они взаимодействующие, безусловно. Торжество правосудия или массовая охота на глав районов? Об этом продолжим говорить после короткой рекламы. Это программа «Резонанс», и мы продолжаем. Так массово уголовные дела на глав районов возбуждаются не только в Оренбургской области. Своеобразная зачистка происходит и в других регионах. Эксперты в этом списке выделяют скандальную Челябинскую область и даже зло шутят. Видимо, не зря на них упал метеорит. Чьих рук дела? И что это за цепная реакция такая? Вертикаль власти все строится или чувствуется приближение выборов губернатора? Попробуем разобраться вместе с политологом Татьяной Денисовой. Татьяна Максимовна, вот один за другим главы районов Оренбургской области попадают в руки сегодня правоохранительных органов. Как вы считаете, с чем все-таки этот процесс связан? Он искусственно вызванный или все-таки действительно провинились? Ну, во-первых, это действительно процесс. И он... Все процессы когда-то начинаются, они когда-то должны заканчиваться. Вот и в данном случае это
Иногда кажется, что у нас вообще некоторые районы Оренбургской области представляют из себя второй дом Страссобеса по Ильфу и Петрову, понимаете, который возглавляет Собес. А чем занимался завхоз в этом Страссобесе? Не хотел, но все-таки воровал. Но все-таки сейчас мы говорим о таком сформированном, целенаправленном процессе зачистки рядов глав районов или нет? А вам не кажется, что они сами себе зачищают? Вот как раз тем, что их никто не тронет. Ну, тронули же. Ну, я почему говорю? Вот как если в тот самый день, когда «Единая Россия» инициирует вопрос о своих членах партии, которые возглавляют районы, которые провинились и которые будут инициировать их отставки, зачем понуждать правоохранительные органы отстранять, ходить в суды? Можно же другим путем пойти. А пойдут этим путем? И все-таки присутствие как чьей жесткой руки ощущается вот в этом процессе с главами? Я вам страшную вещь скажу, страшную. Судя по достаточно двум резонансным делам последним, которые одно уже вышло из суда, а которое пойдет. Это касается вот уголовного дела по руководителю неслабому из Федеральной регистрационной службы. Угу. У господина Садчикова под носом, извините меня, оформляли земли. И такая же история в городе Орске с черными риэлторами, там тоже же эта же структура задействована. И плюс господин Кичатов со 106 миллионами. Понимаете? И это ГУП облжилкомхоз, у которого ввели 106 тысяч. У государства, собственно говоря. Почему этим делом занимается ФСБ? Ни милиция, ни Следственный комитет. Понимаете? Никто. Почему этим занимается Федеральная служба безопасности? Вот боюсь, что ответ на вопрос где-то здесь. Почему такая интенсивность началась? Понимаете? Может, потому что что-то поменялось там, на улице 9 января? И я думаю, есть такое очень настороженное отношение к прокурору области, потому что, как бы мы ни судили при этом руководителе, собственно говоря, появились практически все дела, связанные сейчас с... Сейчас о Ткачеве мы говорим. Да, конечно. Сейчас мы говорим о Ткачеве. То есть вот все последние дела, они, строго говоря, связаны с именно, наверное, с определенной его жесткостью и отношением к этому. Вот в чем дело, да. Элемент показательности в этом процессе с главами присутствует, нет, как вы считаете? Не знаю, мне кажется, в этом смысле это опасная, скажем так, информация для позиционирования региона. Понимаете? Если мы сегодня обозначим даже в ретроспективе то, что в последние 5 лет происходило, то мы можем прийти к выводу, что у нас область насквозь коррумпированная. Но это же не так. Тогда почему всплывают вот эти вот дела? Ну, когда-то же это должно было произойти. Я опять же говорю, процессы же когда-то начинаются. Самое страшное, кому достаются результаты. И самое интересное, когда они закончатся. Да. Если говорить о том, что Татьяна Максимовна уповала, да, так и намек делала на некоторые дела, что там почему-то разбирательство дела или следствие дела вело у ФСБ, да, не Следственный комитет, а именно ФСБ, и она делала такие намеки, то в этом отношении я соглашусь. То есть я и сама говорю, что не надо забывать, откуда некоторые люди вышли. И от этого никуда не денешься, и эти структуры будут использоваться иногда. Потому что, видимо, все-таки с представителями других ведомств у Путина нет такой тесной смычки. Там немножко все-таки свои люди остались. Здесь ощущается прежде всего роль, усилившаяся роль, которая у нас вообще в Оренбургской уже давно заметна, да, это государево око, это прокуратура. Мне кажется, что мотивы, с нечистью бороться надо чистыми руками. Чистыми руками. И здесь должна быть такая штука. Если уж вы сеть на облаву коррупционеров, мошенников, злоупотребителей раскинули, но сеть должна быть такой, чтобы оттуда уж запоздало, конечно, чтобы ни одна рыбешка, себе заморавшая, не уплыла. Если же
уплывут эти рыбешки и акулы, минуют эту сеть, то грош вам цена. Контролеры, прокуроры и т.д., и т.п., и всякие прочие. И хочется отметить еще один момент. Почти все главы районов, ставшие фигурантами уголовных дел, представители правящей партии. Но и там, и в областном руководстве, и в депутатском корпусе сегодня тишина. Никаких объяснений происходящему. Как материально посчитать, какой вред они нанесли муниципальному образованию? И вот тогда должен стоять вопрос о других вещах. У нас же все уходят спокойно. Вместе со своим непосильным трудом, нажитым имуществом для себя и для своих детей. Понимаете, а если у нас не сдается Государственная Дума и федеральные чиновники, то с чего бы сдавались наши местные? Я думаю, что процесс этот будет продолжен, но хотя бы потому, что, как мы видим, вот череда коррупционных дел на верхнем уровне, она не иссякает абсолютно, более того, она ширится, приводятся новые отрасли. То есть, если наверху какие-то вот эти дела идутся, то это значит, что они потихонечку даются соответствующие задания, то же самое делать внизу. И вот как бы главам им не надо сейчас рот развивать, и они прекрасно понимают, что вот это вот план, показатели, их попросят из со Следственного комитета, и не просто по Оренбургской области, да, но там по городу Оренбургу и по прочему, и по прочему. Между тем, никто не сомневается, процесс рассадки руководителей районов по своим местам продолжится, а значит, новых уголовных дел не избежать. Вот только кто придет им на смену и что от этого получат простые люди? Кстати, все руководители районов, которые уже оказались на скамье подсудимых, получили в лучшем случае условные сроки и штрафы. Но ни одного не попросили возместить ущерб, нанесенный даже не коррупционными действиями, а банальным воровством. Это была информационно-аналитическая программа на ОРЕН-ТВ. «Резонанс» прощается на неделю. До встречи!